Всем привет, Костелло здесь, и сегодня мы с вами посмотрим The Nothing и их взгляд на Шрека. Если бы Шрек работал в офисе, Шрек на работе. Давненько, кстати, мы их не смотрели, потому что ролики, конечно, периодически выходили, но ничего такого я, не находил, чтобы сделать реакцию. В основном потому, что там были материалы, которые я не видел. А вот Шрек я видел в третьей части. О, ждем тебя, мы спец. Офис в двух часах, а задач не счесть. За успехи встреч ждут, за ошибки не бьют. Атмосфера хобби здесь. На задачи не плюй, получай твердо бабло. В нашем о, в нашем о, в нашем дружном о. Это реклама. Ну что там, кто у нас следующий кандидат? Или не реклама, вот мальчонка. Реклама. Прямо после универа. И чтоб вы знали, я Java-разработчик с 5-летним стажем! А Юлька-то, прикинь, скоро в декрет уходит из-за Лёхи. А я сразу говорил, что служебный роман их до добра не доведет. Хотя по чесноку, я ведь и сам за ней чуть было не приударил, но не срослось. Все-таки я женат на работе, и этим все сказано. Может, тогда вместо того, чтобы болтать, поработаешь? Но ты же тогда не узнаешь все новости. Блин, да мы даже не знакомы, я просто шел в туалет. И к слову, можно нам, пожалуйста, другого официанта? М? Но мы ведь еще не все новости обсудили. Я в интернете столько всего с утра вычитал. Друг, вот ты знал, что Челябинский метеорит упал 10 лет назад? Ну что ж. Совет, мой зеркальце, скажи, сможешь ли сегодня ты поработать до 8? Вы прекрасны, спору нет, но ничего, что сегодня суббота. Месье Кадровик? На тот момент, когда я записываю, среда. Так что ты сказал? Чтобы было на что жить, я могу даже... А вообще, кстати, реально, на тот момент, когда я этот ролик записывался, была суббота? Ну-ка, 2 недели назад. 2 недели назад, 21 февраля. 23 февраля, но в четверг было. Значит, получается, это вторник. Родить! Эти айтишники там вообще, что ли, охренели с такими зарплатами? Так, вот это уже реклама. И не говори. Ну, пойдем к ним! Куда ты лезешь? У нас ж в Йентом Пятоне даже опыта нет! Мы ж, кроме Паскаля, в 7 классе ничего не изучали. Куда нам Пятон? Вообще, он Пайтон. И несмотря на популярность, язык не самый сложный. Правда? На нем, кстати, можно создавать сайты, приложения, игры, работать с нейросетями, соблазнять женщин знанием слова Big Data. И всему этому можно обучиться в Skill Factory. На курсе... Ну понятно, это реклама. Реклама, без которой... Понимаешь, мы вот так взяли и все побежали учиться! Не обойтись. Нынче. Че, реально промокод такой? Кстати, промокод Шрек даст скидку в 45% на обучение. Слушай, ты, что такое это ваше командообразующее мероприятие? Ох, конечно, мой косяк, ты же еще не была. Позволь мне объяснить. О, коллектив! Все на корпорат! Эй! Барри, тимбилдинг идет как надо. Я буду лишь чай. Через час будет в хлам он. Коль жидкости много, туалет нас ждет. Он закрыт. Как так? На ремонт! Значит, терпим. Предложил же коллеге пивасика бахнуть, потому что он хочет наконец ее узнать. Но тут полночь, говорят, закругляемся, ребят. Ты чё? Пусть бухгалтер наш уснул, не поел он еще фирменный харчо. Уснуть в харчо не все. Знаем, завтра на работу, хватит блин напоминать. Поглядите лучше как, но шинаспор буду я глотать. Пока зарплату не выплатит, даже пернуть ему с риском для жизни не позволяйте. Вот, пожалуйста, дизайн вашего интерфейса готов. Резко на четвертую часть перешли, зеленая. Вы же сами просили. Ты же дизайнер, ты что, сам не видишь, что здесь больше подошла бы черная? Выглядит чересчур перегружено. Я бы не согласовал. Ты, кстати, с разрабами общался по этому поводу? Да, они сказали... Мы не можем реализовать все это! Что? Кстати, по гайдам в тексте вместо «е» нужно использовать букву «ё». Буква «ё». Да кому какое дело? Буква «ё». Давай, рычи. Сделай логотип с радиоактивным оленем. Давай, рычи. И еще пиццу, 2 чебурека и сухарики. И ты это месяц рисовал? Буква «ё». Давай, рычи. Согласовано. Буква «ё». Завтра сможешь переделать? Пейнте лучше сделал. Хочу просто... Кто осмеливается обращаться? Так, вторая часть. Да мне бы вот сайтик магазина запилить. Интересуют ваши услуги, как фрилансера. Это возможно. Что по оплате? Как насчет пачки корма и свежего наполнителя в лотке?
За такие гроши за это не возьмется ни один уважающий себя фрилансер. Да киньте еще хотя бы разрешение плевануть вам на ковер, что ли? Это еще что? Да, я без денег и работы. Но если хочется новый Apple Watch, то быстрый займ спасет меня. Вот это да! Говорящий осел! Прикинь, говорящие свиньи говорят об играющем осле. Это жуткие существа королевства, и я честно не понимаю. Ты-то что тут забыл? При том, что там среди них есть еще и говорящая полена. Понимаете ли, я мужчина, и летом я хожу в офисе в шортах. И чё? А кто не ходит? Ребята, работа должна быть в удовольствии. Когда ты чувствуешь себя там как дома, когда коллеги приятны словно сладости, от которых на жопе не откладывается жир, и ты идешь на работу как на праздник, забыв о карьерном росте или зарплате. Забыв о зарплате? Подожди-ка, ты что, хочешь сказать, что ты ходишь на работу не ради денег? Ну, да. Ясно. Коллеги, спасибо, что нашли время. Увы, в жизни не существует такого человека, который работает не ради денег. Я даже не знаю, как назвать тех людей, которые говорят больше всех о том, что они работают не ради денег. Шарлатанами только, если. Время подключиться на встречу. Ждем еще пару минут всех участников и начнем. Федор Валентинович, мы видим вас голым. Вы камеру забыли выключить. А я ее не забывал. Да мне похер, я даже не на вас смотрю, я смотрю на Фиону. Слушай, а ты можешь использовать поменьше парфюма? Дышать же вообще нереально. Как пройдешь, шлейф еще неделю тянется. Поверь мне, если бы это был я, ты бы по мне сох. Судя по всему, ну? Тут проходила Ленка из бухгалтерии. Ага, Ленка, конечно. Духи... Шрек из Лов, Шрек из Лайф. Такое позволительно, скажем так. Тонкой ноткой курева и вода 40. Кто же еще это мог бы быть? Да! Мы выпили кофе и полны сил! Точно! Теперь можно и поработать! Не-не-не-не-не, стой! Мы же только что пили кофе! Обандовый я хочу раз. Еще! Сколько уже можно сидеть на удаленке? Может, давай-ка обратно к нам в офис? Найн. Хрена с два, я вернусь! Что он там делает? Пишет для руководства отчет о проделанной работе команды. Пишет о том, какие мы молодцы! Эффективность увеличилась в два раза. Показатели выросли в три. У меня тут с собой в контейнере греча с сосисой. Пообедаем. А че не пюрешка с котлеткой и с макарошками? Дефект! Факап! Его факап! Фикс! Форварднул! Аппрув! Реджект! Митинг! Дедлайн! Кофе-брейк! Осёл! И должна была сейчас упасть только что это. Свинья. Жареная. Ну, вы понимаете, о чем я имею в виду. Ну, не дать, не взять. На этом и всё.